Добрый день! Сегодня мы с вами познакомимся с флагом континента Австралия. Австралия – это самый маленький континент на Земле. Но это одна из крупнейших стран мира. Располагается в южном полушарии. И традиционно, как у любой страны, у Австралии, у государства Австралии есть свои государственные символы. Это, конечно, флаг, герб и гимн. Давайте с вами познакомимся сегодня именно с флагом Австралии, государства Австралия. Итак, сейчас на экране вы видите флаг, австралийский национальный флаг. Впервые флаг этой страны, этот флаг, был вывешен в 1901 году в Мельбурне. И с тех пор символизирует единство территории и народа, проживающего на этой территории. Что же изображено на флаге? Итак, мы с вами видим три глубоко символичных для австралийцев изображения. Union Jack, звезда Содружества и Южный Крест. Union Jack – это название государственного знамени Британии. И это не случайно, потому что Австралия долгое время была британской колонией. Звезда Содружества олицетворяет 6 тогдашних австралийских штатов, а 7-й луч – остальные австралийские территории. И в правой части знамени находится стилизованное изображение Южного Креста – созвездие, которое видно только на небе Южного полушария, что показывает территориальную принадлежность страны Австралия к Южному полушарию. Вот такие изображения символа Австралии мы можем видеть на Австралии. И сегодня наш мастер-класс посвящен изготовлению звезд, которые мы с вами видели на флаге Австралии. Мы попробуем с вами сегодня сделать звезды из бумаги, из обычной листов А4, белой бумаги, можно использовать цветную бумагу, это зависит от вашей фантазии, но показывать я буду на обычных листах А4. Попробуем с вами сложить в технике оригами это складывание из бумаги различных фигур. Сегодня это звезды, я вам покажу разные способы, и у нас с вами получится в итоге звезды разного размера, разного внешнего вида. Мы с вами научимся это делать и сможем потом применять и в украшении нашего дома, например, или использовать это для какого-то проекта. Итак, что нам с вами понадобится? Нам нужен будет простой карандаш, ножницы, линейка, клей и лист А4. Ну, давайте с вами начнем. Итак, первое, что мы с вами сделаем, да, наш лист А4, сделаем из него квадрат. Как видите, он прямоугольный. Нам с вами понадобится квадрат, один угол в противоположной стороне листа. Загнем, загибаем, прогладим сгиб. Вот у нас с вами получился треугольник. Отрезаем лишь часть. Отрезаем лишнюю часть. Она нам тоже с вами понадобится. Мы сейчас отрежем и оставим рядом. Получился у нас с вами квадрат. Да? Теперь складываем этот лист пополам. Сгиб внизу, чтобы у нас с вами остался. Складываем лист пополам. Также проглаживаем обязательно шов. Прогладили. Итак, теперь смотрите внимательно. Кладем лист перед собой. Сверху у нас лист раскрывается, внизу сгиб. И берем угол. У меня это правый угол. Вот так вот загибаем его наверх. Вот, да, увидели. Правый угол загнули наверх.
И теперь левый угол, левый уголок к центру вот этого сгиба, к центру сгиба и проглаживаем. Получается вот такое у нас закрытие. В эту сторону. И теперь открываем и по этому сгибу равняем вот сюда. И также проглаживаем. Итак, вот у нас был один сгиб, и потом мы открываем эту часть нашего листа. Правый угол. Равняем по получившемуся сгибу. Соединяем две части листа. Соединяем две части листа, чтобы тут не было расстояния. Итак. Правый угол. Собираем. И теперь назад. Соединяем две эти части. Равняем. Все у нас ровно. С одной стороны все сгибы собрались, и с другой стороны. Проглаживаем. Можем использовать ножницы, чтобы сгибы надежно были зафиксированы. Так получилась вот такая у нас фигура. Теперь берем ножницы вот, к себе, вот этой частью к себе. Берем ножницы и отрезаем. Отрезаем от этой точки по диагонали, вот так вот, вот по такой линии. От этой точки по диагональ и отрезаем. Получается вот так. Режем вниз. Эта часть лишняя, она нам не нужна. Вот у нас получился такой треугольник. А теперь давайте раскроем. Мы раскрываем. И у нас с вами получилось. Раз, два, три, четыре, пять. Пятиконечная, ровная, красивая звезда. Если мы наверх центральные сгибы все, в каждом лучике этой звезды, делаем где-то вовнутрь сгиб, где-то. У каждого из лучиков. У нас с вами получится вот такая объемная звезда. Так она похожа на морскую звезду. Если мы не хотим ей объема, мы просто ее расправляем. Такая ровная, красивая, бумажная. Если такие сделать разноцветные, будет очень красиво, подойдет для украшения помещения. Это первый способ. Первый способ, когда одним срезом, после того, как мы правильно сложили лист бумаги, получается красивая, ровная звезда. Итак, это был первый способ. Теперь способ немножко необычно. У нас получится с вами маленькая звездочка. Нам раз пригодится вот этот кусочек листа бумаги, который мы с вами отрезали. По длинной стороне отрезаем. Ну, если вы не уверены в себе, можете отложить сантиметр, прочертить линию и отрезать. Я попробую сделать глаз. Получится достаточно ровно. И нам с вами будет вот такая маленькая полосочка. Мы умеем завязывать узел. И давайте к одному краю, рядом с одним краем, из бумаги попробуем завязать узел. Так. Раз. И вовнутрь. И аккуратно, аккуратно, не пора в бумажку. Так передвигаем, чтобы у нас получился вот такой узелок. Вот. Длинный край и короткий краешек. И делаем этот узелок пальчиками
делаем его плоским. Вот что у нас должно. Получился у нас такой узелочек. И теперь мы начинаем работать длинной частью. Мы сначала уберем маленькие, прям загнем, да, вовнутрь. Вот такое у нас получилось. А теперь загибаем от стороны к стороне. Вот так получится. С разной стороны. Ровно. Вот смотрите. Мы просто загибаем в одну сторону. Загибаем, загибаем, и так пока не закончится полосочка бумаги от одной стороны к другой стороне, загибаем, еще один сгиб, вот у нас получается, и кончик прячем, тоже загибаем и прячем его, чтобы он не мешался. А теперь пальчиками придадим объем нашей звездочки. Позгибаем бумажку, позгибаем листочки. Краешек заправим, чтобы не забыли. У нас получится каждый уголочек. Лучик, так чуть-чуть, нажмем, получится такая маленькая звездочка, такие вот маленькие звездочки, если их сделать разноцветными, можно разными размерами, зависит от этой полосочки. Вот такие маленькие звездочки, объемные звездочки у нас получится из тоненькой полосочки листа бумаги. Это второй способ, как можно сделать звездочки. Вот их очень приятно играть. Теперь мы опять с вами возьмем лист А4, сложим его пополам, поделим на две части. И разрежем его пополам. Так, и так. Из каждого прямоугольника мы сделаем квадрат, как мы с вами уже делали, когда мастерили первую звезду. Квадрат. Отрезаем лишнюю часть. Второй квадрат тоже делаем из второй части листа. Разворачиваем квадрат, диагональный сгиб есть. Делаем второй сгиб, чтобы у нас лист такое перекрещивание. Теперь складываем пополам наш квадрат. Через центр аккуратно. Еще раз пополам. Так у нас получился вот такой лист бумаги, примеченный сгибами. Сейчас они нам пригодятся. Давайте сразу сделаем второй лист таким же образом. Пополам в одну сторону. И пополам в другую сторону.
получилось. Теперь кладем перед собой квадрат, берем ножницы и разрезаем по линиям, по сгибам. Вот. Разрезаем чуть больше половины. Старайтесь, чтобы на одинаковое расстояние разрез был в каждой стороне, в каждом лучике. Разрезаем один лист, готовим также второй. И теперь складываем, складываем от уголочка вот эти стороны, складываем к центральной линии, к центральному сгибу. Равняем. Вот у нас получается. Сгибаем. Ну, для этого нам нужен этот сгиб, чтобы было ровненько с одной и с другой стороны. Каждый лучик вот так оформляем. К центру, правую и с левой стороны. И также проглаживаем каждый шов. Подровняли, прогладили. Подровняли и прогладили. Также делаем со следующим. Вот, смотрите, да, уже наш лист начинает приобретать эту форму, напоминающую звезду. Придаем объем, выгибаем наружу эти швы. Итак, у нас есть одна. То же самое делаем со второй. Заготовкой нашей. Не торопимся, чтобы лучики были ровные. Не забываем проглаживать. Наша фигура не развалилась, держала форму. Собрали. Также еще раз выгибаем. Вот у нас получились две такие объемные фигуры. Мы их сейчас накладываем одна на другую. Вынимаем чуть-чуть, чтобы они соединились. И проклеиваем. И вот у нас с вами получится вот такая звезда. Объемная, красивая. Можем приделать ниточку, леску. И вот такая техники оригами. Звезда у нас с вами получится. И еще один способ изготовления. Вам сейчас понадобится линейка, карандаш, ножницы. И вот эта часть, 1 сантиметр от этого листа. Отрезаем полоску. Стараемся ровно. Так, получилось. Кладем. Надо сначала разметить. Берем карандашик с левой стороны, откладываем
2,5 сантиметра. Ставим точку. Потом откладываем 6 сантиметров. Ставим точку. Еще раз. 6 сантиметров. Еще раз. 6 сантиметров. И еще раз. 6 сантиметров. И в конце как раз у нас тоже около 3 сантиметров осталось. Теперь около каждой точки, вправо и влево от нее, откладываем по 0,5 сантиметра. Так. Можно это делать сразу, когда мы размечаем вот по 6 сантиметров. Ну, хоть чтобы вы запомнили последовательность. Итак, смотрите, у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5 таких разметок. Мы берем с вами ножницы и вырезаем треугольнички. Вырезаем треугольнички, такие зубчики у нас получатся. Слева 2 снизу, вот эта отметочка по 0,5 сантиметра от основной, она будет центром этого треугольничка. Смотрите, как я узенький такой вырежу. Оп. Вот такой зубик должен получиться. Да? Вот такой вот. Угу. Зубик получается. Начинаем слева. 2 снизу. Продолжаем. Следующее. Еще раз 2 снизу. Так, прорезаем, вынимаем. А справа делаем такие же треугольнички, только сверху наши полосочки. Здесь у нас получились зубчики нижние. Справа делаем верхние сверху, тоже по этим же отметочкам. Такие же отметочки. Ой, так у меня чуть-чуть прорезала. И смотрите, вот у меня уже не получится сейчас собрать. Но я вам покажу на другом листочке. У меня уже есть заготовка. Значит, 2 снизу. 2 сверху получилось, вот этот листочек. И центральная. Центральная будет здесь снизу, продолжая как нижние зубчики. И 1 сверху. То есть по центру мы вырезаем. Один сверху, 1 снизу. С той стороны как раз продолжаем. Ряд. Вот мы с вами разметили. Получилась у нас такая линеечка с зубчиками. И теперь мы ее собираем. Давайте с вами так сложим, чтобы у нас зубчики друг с другом совпали. С одной стороны. И совпали с другой стороны. Вот. И у нас получится с вами сколько частей? 1, 2 отрезок, 3, 4, 5. И сейчас будем его собирать. Так. Сейчас мы с вами его. Соберем звездочку.
Вот пять лучиков у звездочки. Супчик в супчик. Верхний соединяется с нижними. Убегаем. Отрезочки через друг друга проходят. Работа достаточно ювелирная. Каждый зубчик друг с другом встретился. Ну что же, вот у нас с вами получается вот такая звездочка. Угу. Тоже из листа бумаги. Вот мы с вами узнали несколько способов. Да, такая прозрачная звездочка. Звездочка объемная, достаточно большая, да, из двух квадратов собранная. Маленькие звездочки из одной полосочки бумаги. И красивая звезда от одного среза получается вот такая пятиконечная красивая звезда. Ну что ж, мы сегодня с вами познакомились, продолжили наше знакомство с Австралией, познакомились с ее флагом и попробовали в таком же стиле сделать звезды, разные звезды из обычного листа бумаги. До свидания, до новых встреч!